Руль от Каена. Был покрашен, ну типа перекуп вариант. Очевидно, мастер умел это делать, потому что цвет подобран. Видимо, перекупы сказали, нам надо максимум дешево. И короче, вот здесь вот можно увидеть, что он прям вообще просто блестящий. А тут здесь уже нету краски. То есть на него просто набрызгали вообще без подготовки. Все слезло сразу же прям. Сейчас будем исправлять. Кстати, вот о качестве пошива завода. Вот смотрите, какой момент. Вот у него и так шов начал смещаться. Ему, по идее, бы нужно в эту сторону, в каждую сделать. Но он, тот мастер заводской, в ту сторону делает. То есть еще ухудшает ситуацию. Вы не представляете, за какие вещи мне предъявляли. Вот видите, такие как бы, ну то, что кожа стягивается. Вот за это предъявляли, хотя это, ну, как-то по-другому стянешь. Там вон щель, это завод. Здесь вроде все нормально. Такой вот шов у них. Он еще разбирается, прям не самое простое. У него вот здесь вот такие хромированные накладки, вот так они стоят на защелках. Вот такие вот и две с этой стороны. И короче, нужно вот с этой стороны съемником нормальные такие усилия прилагать. Тут все с такими усилиями страшно, короче. Потом понадобится вот такой наборчик, потому что тут мелкий. Ну, в принципе, вот такой наборчик всегда нужен, если вы вак хотите разбирать. Вот с этой стороны, короче, между каркасом и пластиком надо что-нибудь, ну, типа, вот такого съемника вставлять и, как бы, усилия давать, потому что там вот эти вот грибочки, они смачно так сидят. Если резко дать, он, возможно, может отломиться. Поэтому лучше отдать усилия и держать плавненько, чтобы он вылез оттуда. И снизу я вот так этот вставлял аккуратно. А этот руль реально весь в каждом моменте страшно разбирать. И сбоку, короче, вот так аккуратненько еще помогал, ну, с двух сторон. Вот так выглядит. Здесь три грибочка. На этой стороне и снизу два. Почему нельзя протирать кожу на руле влажными салфетками спиртосодержащими? Видите, что происходит? Да, это не влажные салфетки, это 98% спирт, но там будет то же самое, просто эффект будет более слабее. Вот, в общем, в нашей работе при покраске, перед покраской, мы спиртом снимаем старую лаку и краску, вот видите, протерто прям до кожи. Влажные салфетки то же самое делают, только гораздо медленнее. Очистил его от той краски, вот сразу видно, человек левой рукой больше всего рулил. Вот тут такая протертость нормальная, а здесь такая смоченная царапинка. Вот готовый результат покраски. Короче, закончил руль, ставлю подушку, она немножко утоплена, короче, так не должно быть, и она, ну, не функционирует по-человечески. Второй раз на эту ловушку попался, и главное, не помню, до этого тоже помню, такая же херня была, что делать не помню. Сейчас разобрался, вот эти пружинки, которые держат, видите, здесь в пластмасску она встала, а здесь еще не встала, надо на нее вот так вот. Блин, так не получается. Короче, нажать, и она защелкнется, и тогда нормально будет.